いいよ、立てます。はい、立てます、立てます。Я на фланге. Я в фланге. Слушайте, идеально. У меня хороший старт. Главное, чтобы рыба не подвела. Ну, у меня, по идее, угол должен быть хорошей рыбы. Вроде у меня, я вот здесь вот буду рыбачить. Ну, я планирую вот здесь. Ну, я пока еще точно не знаю. Пока просто планирую. Надо эти остров искать мой? Да, а разведывайте края острова, чтобы было понятнее, где док стоит. Мы все бэк играем. Хорошо. Ну смотрите так, бэк, чтобы ко мне не купили ваши планы и мою рыбу не били. Да, вот там вот... Контрольте там проходы, все. Слушай, вот здесь вот, возможно, второй остров. Смотри, вот так, вот так. Это все мое побережье идет. Я еще бегу. Вот до суда, вот дальше тоже побережье. Короче, я иду док ставить. Блин, не знаю даже. Вот там, где иксы, это все твой остров? Да, это длинный-длинный остров. У меня длинная тонкая сосиска. Ё-моё. Короче, меня обстреливать будут. Вообще жестко, походу. Не знаю, может не агрессив меня... играть лучше. Где-то вот тут кончается на это. У меня, короче, длинный-длинный остров. Сделай все равно 5 лодочек. Я вот здесь пойду. Док ставить сзади. Нет, золото мне обстреливать в принципе не будут пока что. Блин, но идти очень далеко строить док. Бэк, не знаю. Надя, вот. Не иди так далеко. Хорошо, а здесь как? Вот тут где он? А, ты... Ясно. Я вот здесь буду док ставить. わかりました. У меня вот здесь доки будут. У меня вот тут будут доки. У меня я просто вижу кринчу. Край острова вот здесь. И вот так он идет полосой у меня. Ну я тогда вот здесь так тоже чуть-чуть порыбачу, потому что у меня просто больше нет. Вот здесь будет мой второй док. Блин. Так что если ты можешь где-нибудь там подальше поставить, поставь. Так я ставлю вообще с другой стороны. Окей. Ну, как кабов приманивать. Я収穫します. Блин, да, подлагивает. С кабаном. Блин, у меня другой кабан, но очень далеко.狩りをします。行きます。行きます。わかりました。狩りをします。狩りをします。立てます。狩りをします。 Отлично. Перестал лагать в тот момент, когда бил кабана. Я и доведу его. Только, блин, вот я скаут, наверное. И скаута. И скаут живой. Это радует. Отлично. Остров, конечно, стрёмный. Кстати, хороший. Ну, в
принципе, у меня все четко получилось. У меня вообще длинный остров вот здесь. Короче, вот такой длинный. Прикольно. А у меня вот такой. Но он меня заколебется отплывать. Я апнулся. Вообще четко. Я сделал уже 7 рубасских. Молодец. Ой, 6 точно. Наврал чуть-чуть. Но я апнулся. Короче, все круто. Так. Чуваков надо раскидать. Блин, вот меня любой лес можно с воды обстреливать. Неприятно. Очень неприятно. はい。行きます。立てます。俺。はい。行きます。立てます。はい。はい。行きます。わかりました。わかりました。はい。行きます。はい。 Мне, наверное, придется играть в 4 док. なんだ木を切ります。行きます。なんだ木を切ります。 Так, все топорик не забываем делать. У тебя кто вар? Найдите я не зеленого. Знаю, я еще не нашел. Ищу. Зеленого найдите, который. Уже первые две лодочки. Две лодочки. Да, у меня зелененький, который рано апнулся. Надеюсь, что-то не следил. Ты обгоняешь Арамиса? Он, похоже, пакет. Не знаю. Похоже, да. Окей. Вы не думайте об этом, это моя задача. Нет, ну, мне как бы нужно идти оттачить, например. Я нашел своего доки, у меня огонь. У меня японец, я вроде у него выигрываю. Он без стрелы, лодок меньше. И апнулся он раньше. Ставят уже рынок, у него будет раньше, а почему у меня даже? Гун покет или нет? Ой, блин, японец покет.
Pocket Wind. Нет, Pocket Wind. У меня японец. Я чуть-чуть рыбу подрезаю викингу. Отлично. Отлично. Чуть-чуть вообще. Две лодочки убил и ушло. Не знаю, где лодки зеленого. Надим. Вот тут вот контролирую вот этот вот проход. Так-то я. В смысле, он может прийти вот сюда, или он может прийти вот сюда? Нет, сюда он не придет. Ну, по крайней мере, отсюда. Если только он поплыл вот так вот. Вот здесь рыб, основной костяк рыбы викинга, и вот здесь. И? А где я там флот? Поплавал чуть-чуть, попугал, но блин. А где твой флот? Ксю, где ты? Я здесь, стою на патруле. И? Доки Гуна вот отсюда до судова стоят. Какой-то там последовательность. Надя, ты к кому первому идешь? Пока я к Вару иду. Ну, я могу к кому угодно. Нет, ко мне не надо. А вот здесь доки японцы стороны. Есть. Я не знаю. Да, я знаю. Ты в курсе? Ну вот его первый док. Надя, ты почему не сам? А, вообще. Давай, Варксу, где ты? Я здесь. Если поплывем, то поплыли вот сюда. Хорошо, надеюсь, к нам друзья. Не заплывет он сзади. Я тут. Не, давай лучше атаковать твоего. Блин, Мартин, нам надо. Ну вот, там отнесли. Мы будем атаковать и моего, и Покета. Хорошо, я к тебе тогда вижу. Арамис у меня. Я блин, уже обнес. Мартин раньше отнесся. У меня все не очень здорово. Я плыву за галеры. Сейчас я плыву к тебе. Окей, у меня апнутые галеры уже. Вот здесь какой-то флот, часть небольшая. О, да. Три галеры поймал. Вот здесь его армия, Гуна. Моя ща уже апнется. Ой, блин, Надя, это все очень плохо. Не сливайся, я иду. Он я его тоже апнется. Вар, воюй, у тебя тоже воюй. Здесь надо назад. Отступаем, хорошо. Сейчас баллистику сделаю. Надя, ты хочешь? Да. Я в принципе, сделала хака. Вот здесь пора атаковать. Сейчас подожди меня. На баллистику или на царапу. Я вот здесь пока на патруле буду стоять. Я вижу, Винч, я туда иду. Ужасный остров. У тебя баллистика есть?
Нет, почему будет? Я хочу пораньше. Все хорошо. Не есть. Тогда Таша, дайте. О, мы так. Без баллистики, я лучше разбегаю. Блин, он с баллистикой. Все, мы это жапнули. Тут и викинг, и гун. У меня тут двое. Ну смотри, не воюй. Если ты видишь, что ты сливаешь, лучше ты не сливаешь. Я не воюю пока что. Так, а мы вроде выигрываем, да? Да. Двигай. Кто, я? Нет, Винч. Не знаю, они куда-то могли поплыть там. Давай здесь дота, может, убьем? Да, давай. Я сейчас строю плюс 20. Следующий бей. И вот тут двигай. Надя назад попула. Он тут. Отходи. Гун мог вам поплыть аккуратнее. Вар. Надя, вот здесь, пожалуйста. Да. О, у нас есть рыба, Надя, давай чуть-чуть сюда, и мы рыбу убьем. А, все, там двое. ГБ. Чуть-чуть отходим. Да, чуть-чуть отходим. Потому что там под домик. Я отступаю, не. Надя, мы сейчас атакуем. Лучше не рисковать. Ага, хорошо. Тяжковато уже. Начинает. Сейчас я новых подбила. Во, рыбка, давай, Надя, вот тут бьем. Ой, отлично, японцы так рыбу подрезали. Ну я в узком проходе тут буду стоять. Ой, я думаю. Их много, Винч. Ладно, уходи. Надя, точку сбора только поменяем вот сюда куда-нибудь. Отходим, Винч, отходим. Да, я вижу. Я не могу уйти. Что ты вар говоришь? Я говорю, точку сбора поменяй еще. Я откуда подальше, вот сюда куда-нибудь поменяй. Блин, мне еще Тарамиса не нравится, он может очень быстро апнуться. Я просто слила много лодок, поэтому у меня вниз еще пошел. Окей. Ну то, что я слила, это не окей. А, ну ты апнулся, отлично. А ты не знаешь? Срочно где-то пушить. Давай, у кого у тебя больше лодок, туда достраивай и пушь. Там Арамис тоже опухся. И его лодка у меня, по-моему, была. Я там сам, нормально. Небольшая паника. Надя, ну я вот здесь вот как бы пытаюсь это антартовать. Давай. Я тут много лодок Харамиса убил очень. Галер так 10. Окей, okay, отлично. Очень хорошо получилось. Аккуратно. Я там тоже вижу. Там галер, галеон ушел. Да, но у меня что же? У меня здесь больше. Окей, поставь. Надеюсь, я там затащу. Да, я тащу. Вроде. Сейчас
Сейчас буду апаться скоро. Надя, пищи с ним, как и все. Блин, мне кажется, нас тут больше. Блин, Надя, вот тут миллионы. Да, я вижу. Блин, не, уходи, уходи, уходи. Блин, сюда, вот доком. Отлично. О, тут уронился. Да, он слегка там наводит страх на меня. Варкапаешь? Да. А я тут помогу нам надвалить. А, у тебя там подмога идет. Да, давай, давай. Блин, а кто апнулся там? Твой апнулся, Вар. Я отстаю. Блин, я очень много потерял на этой всей фигне. Надя, там воюем. Угу. Вот здесь лодки Арамиса не в тему. Это я убью сама. Окей. Ну ты всем это не уходи, потому что ты сейчас опять там... Надя, Надя, что-то не дерись. Угу. Уже моего апа. Ну блин, я еще не нажал. Надя, у тебя вес еще в любом пище была. Да, есть сейчас. Я хотела У меня не такая уж, чтобы хорошая карта сняла. То есть карта у меня плоховатая, еды у меня лишней почти не было. Думаю, это лучше карта. А его вот сюда в первую очередь. У меня сейчас весь остров будет обстреливаться очень плохо. Срочно отбиваться. Давай, давай уже. Начинаем, короче. Да, да, да. Блин, мне очень долго, да. Кто-нибудь может переплыть ко мне и поставить ринг? Один хотя бы начинал. Сейчас. Да блин, ну почему они воюют вот сюда, вот всех отправил? Ну фиг ли они там. С какой стороны рынок нужно? Не важно, вот сюда лучше. Надя, Надя, сюда я. Да. Да, я там бою.
меня уже на острове ресурсы начинают заканчиваться даже. Не доплыл транспорт. Вот это надо убить. И у тебя что-то галеры по нулям налезли. Капец, у меня камень вообще добывать его невозможно. Оба в одном месте на форуме. Ты тут не воюешь? Да, я вижу. У нас вот здесь вот много очень много. Я попробую отбить. Ты сейчас чем-то строишь. А, он доплылся. Да, он уже ставит замок. Мы вот успеваем, что ли? Не знаю, может быть. Меня тут двое, я не могу справиться с ними. Да, внизу спину. Они занимают остров уже. Вот этот заняли. Нужен рынок. Кто-то поставил рынок. Да, да, я там убили просто. Фар, сделай тараны. Я тут тоже был. Я вижу. Арамис. Плохо, что они острова позанимали. Не воюй тут.
Рынок стоит, если что. Карты. Это пипец, а не остров. Ну блин, просто все форвард. Опять же, вот у них у зеленого, если посмотреть серым, у них доки в одном месте. И у чехи играют точно так же. Все строят доки как бы в одном месте. Ну, если у зеленого с серым в одном месте, то тогда получается у оранжевого в одном месте. Да, но у тебя же получается, понимаешь, у тебя доки бэк, тебе намного сложнее было бы перебрасывать армию, чем если бы они стояли, например, либо между мной и варом, либо, ой, между тобой и варом, либо тобой и мной. Ну, с этой точки зрения, да. Ну, а рыба как? Ну, так первый доки ставишь, как получится, вот у него тоже док справа же есть. Ну, даже есть несколько справа доков, и слева есть в углу один. А остальные, как бы, которые уже именно для армии новые, он ставит именно вот целенаправленно. Я не понимаю, как мой вышел вообще, и как он так апнулся. Ну что, викинг отслинговал потом. На имп. Нет, слинга не было. Ну да, он на 34-й апнулся, хотя и рыбу убили, и все вообще сделали, чтобы он не апнулся. Он и в лодке изначально вложился. Ну, слушай, он играет, это уже будет 15 волков, самый старый игрок в Бензинске. Притом, самый старый стоп. То есть у него опыт просто, ну, здоровый. А острова это как раз те, та карта, где, ну, я бы не сказала, так сильно решает скорость. Тут больше как-то опыт, не знаю. Посмотрел на фонсе. Ну, то есть без высокого ПМ можно на островах выявить еще топ, считаем. Ну, да. Посмотри, он апнулся 10.55, 19.27 и 34.46. Короче, рецензия. Разница в классе. У виков много затопов, принимает бой по одному. Командная игра гораздо лучше аргентинцев. Ну, я скажу, на островах для нас это не новость. Винч очень поздно апнулся в импа. Да и в замке тоже. Да я не знаю, как так вообще получилось. Ну, в импы-то понятно, там... У меня дисбаланс был, потому что уже по воде чуть слили, голд отбили. У Нади в импе тоже дисбаланс очень большой, там нет ресов и куча золота. Да. Вот, и галера, ну, заказывается, потому, как у меня криво. Ну, просто у меня постоянно отстреливался лес, а не знаю, что там. Не нравится мне остров. Там, по идее,
у Винча было 1000 еды, но не хватало золота в один момент на апвимпе, если а, ты ну ему перекинула. А, ну я бы золото кинула, он просил еду. Да, то есть надо было пораньше, там буквально минуту на 3 кинуть золото, он бы на 3 минуты раньше мог бы апнуться. Я не знала. Вот, и у тебя, ну, косяк с этим заказом галеонов, вот у Винча как-то все круто получается вообще, особенно в замках там прям совсем круто. Вообще как-то как у меня прям 3 доков заказан, а 5 нет. Ну, бывает, наверное. А я, кстати, сейчас просто стал делать не через хоткей к докам переходить, а вручную.